Привет, любимый Эдмонтон! Сегодня хотела поделиться с вами статистикой о продажах в Эдмонтоне за март месяц. Сумасшедший рынок, как все об этом знают. У нас количество продаж выросло на 45%, но количество листингов у нас тоже выросло на 47%. И поэтому в марте месяце рост цен, конечно же, происходил, но это не было сумасшествием. Сегодня вы можете купить. Средняя цена отдельно стоящего дома составила 504 тысячи долларов. Средняя цена квартиры составила 245 тысяч долларов. Средняя цена дуплексов составила 389 тысяч долларов. Дома продаются за 27 дней, квартиры продаются за 51 день. Дуплексы или таунхаузы продаются за 29 дней. Поэтому рынок все еще go-go-go, достаточно быстрый. Были продажи у нас и крутых домов. Самая большая квартира была продана за 1,6 миллионов долларов. Так что продажи есть, люди тратят деньги. А если вас интересует купля или продажа недвижимости в Эдмонтоне, звоните всегда, я с радостью помогу, отвечу на любые ваши вопросы. Ваша Ирина Мирзевская.